Привет, дорогой зритель. Не буду затягивать. Подписывайтесь. Итак, приступаем к просмотру горячей новости. Топим. От предельной цены на российскую нефть пострадает только Европа, а не Россия. Установленная Западом максимальная цена на российскую нефть не позволит сократить доходы РФ, но при этом ударит по европейцам, констатирует американская Foreign Policy. Согласованная странами Евросоюза, США, G7 и Австралией, предельная стоимость энергоресурса на уровне $60 за баррель, хоть и подается на Западе как дипломатическая победа, не сможет существенно снизить прибыль России. Издание приводит данные нефтяных котировок и сделок. Так, в последние годы российское сырье продавалось в среднем по цене около $60. А скидки на марку «Юралс» с начала украинского кризиса сократились вдвое. Foreign Policy предрекло рост жалоб от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих. На этом все, друзья. Следите за новостями на канале. До новых встреч!